5 дней назад пролетела ночью, стряла в огороде. Лупят, там он БМП лупанула, разбила. Каждый день пули летят, свистят. С БМП, АГС рвутся над головой. Откуда? С нацики бьют, с Авдеевки, с опытного, с РЛС лупят. Постоянно. Только слышишь рикошеты или тут рвутся по огородам. А как вы думаете, почем? Почем бьют? Почем? Бьют в аэропорту, а стрелки такие мимо лупят. Ну, бывает, да, что специально лупят, АГСы над поселком рвутся. Да нас уничтожить. Да, хотят. Уничтожить хотят и все, что до конца. Что там уже, да, рассказывать? Лупят. Вот ко мне на план прилетело 14 штук. Град в крышу упал, разнесло, это я сделал. Гора, сарай, голубятник был. Все поперебило, заборов нету, ничего. Лупят и лупят. Вон пролетело, это в Перемирье, вот это все поразбило. Перемирье лупануло, стенку, угол дома разбило. Тут находиться, только бегишь в подвал, как начинается обстрел. Или специально по поселку бьют, хотят, непонятно. А в последнее время много обстрелов? Ну, вот сейчас стало меньше, а вот эту последнюю неделю стали лупить постоянно. Вы слышите, все время вон, гудит все. Пески, жабуньки, веселые, аэропорт, тут Спартак, тут... Вчера было, а ночью вообще тут находиться нельзя было. Где-то тут рвануло, вот тут в огороде собаку ранило. Бьют, суки. То последнюю неделю стали лупить постоянно. Вы слышите, все время вон, гудит все. Пески, жабуньки, веселые, аэропорт, тут Спартак, тут... Вчера было, а ночью вообще тут находиться нельзя было. Где-то тут рвануло, вот тут в огороде собаку ранило. Бьют, суки. Да. Стрелки задроченные, блядь. Этим Порошенко. Дождутся. Дождутся. Не хотят эти бояться, знают, что их сразу понакрывают тут, твари этих. Так они из-под тишка лупят. Так. Ну ничего. Перетерпим. Дождемся своего часа. Будут они текать, суки, прятаться, не знать куда. Красава. Народ обозленный. Зубами буль. Я меня зубы повыбивало. Ни одного зуба нету. Снарядом накрыло меня. Ни одного зуба нету. Но я если поймаю нацика, я без зубов ему горло перегрызу, что он сделал мне.